субботу химкинские баскетболисты проведут один из самых важных матчей чемпионата страны. В город приезжает один из претендентов на медали первенства профессиональной баскетбольной лиги и сосед химчан по турнирной таблице – клуб «Локомотив Кубань». Начало игры в 18:00. Наша команда готовится к этой встрече самым серьезным образом. Буквально за несколько дней до матча руководством клуба был подписан контракт с новым игроком. Слово Алексею Кузяшину. Новичком нашей команды стал греческий супергигант, центровой Лазарь Папандопола, который, кстати, имеет российские корни. Контракт с игроком заключен до конца сезона. Лазарь прошел медицинский осмотр и познакомился с лобной инфраструктурой. Родился спортсмен 3 июня 1980 года в Краснодаре, в семье, где мама русская, а отец грек. Уже в 10-летнем возрасте семья спортсмена переехала в Грецию. Именно там Папандопола и начал заниматься баскетболом. Рост игрока 213 сантиметров, вес 127 килограммов. Наиболее значимыми командами в карьере Лазаря были греческий «Ираклис», «Олимпиакос» и «Паук», итальянская «Фортитуда» и мадридский «Реал». За эти годы баскетболист выиграл чемпионат Евролиги и не раз становился участником матча звезд греческого чемпионата. В составе сборной Греции в 2005 году он выиграл чемпионат Европы. Одним же из самых памятных моментов в своей карьере спортсмен считает 3 года, проведенные в России в составе московского «Динамо». И сейчас Лазарь рад вновь вернуться в нашу страну. В течение 2 месяцев мы выбирали игрока, и мы остановились на его кандидатуре, потому что на данный момент это один из лучших центровых. И я надеюсь, что он поддержит это реноме здесь, находясь в России. И я думаю, что это и для него хороший вызов вернуться в большой баскетбол. В клубе также всерьез рассчитывают на баскетболиста. Тренерский штаб уверен, что гигант сумеет помочь химчанам добиться поставленных в этом сезоне задач. У меня такое ощущение, что я не уезжал совсем отсюда. Я знаю здесь очень много ребят, мы играли вместе, и вот буду очень рад опять встретиться с ними на площадке. Дебют спортсмена состоится в субботу в матче с клубом «Локомотив Кубань», который начнется в 18:00. Алексей Кузяшин, Олег Мелехов, служба новостей.